В новом этнопарке рядом с памятником легендарному Байдибек-Би полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению. Бутоны маргариток из теплиц Сарагашского района словно жемчужины рассыпались на зеленом полотне будущей зоны отдыха. Закуплено было свыше 33 тысяч очаровательных маргариток. Большая часть будет высажена здесь, остальные – на площади Наурыз. Кроме цветов, здесь появились сосны, можжевельник, березы и другие декоративные саженцы. Пройдет немного времени, и под тенью высаженных деревьев будут отдыхать шымкентцы и гости города. А чтобы пребывание здесь было более комфортным, в летнюю жару будет работать фонтан. От палящего южного зноя можно будет спрятаться в удобных беседках. Работаем больше месяца. Большую часть работы завершили. Мы приехали из села Карабулак. Желание одно – порадовать жителей области и гостей в Наурыз. Все порадовались, увидев нашу работу. Сами видите, мы стараемся. Где, как не на площади с одноименным названием праздника Наурыз, отмечать день обновления. Сейчас здесь проходят последние репетиции творческих коллективов области. В канун праздника нашего Наурыз город готовится к весеннему первому празднику. Вы слышите сейчас музыку, вы видите, за моей спиной идет работа, кипит работа, я бы сказал, и всех гостей, и всех жителей нашего города мы ждем на нашем великолепном, грандиозном празднике. На площади планируют установить десятки юрт. Каждый район Южного Казахстана будет удивлять гостей разнообразием национальных блюд. В день весеннего равноденствия всех приглашают за большой дастархан. Шинару Уразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».